Построить дом, вырастить сына и посадить дерево – три обещания, которые дает себе и обществу юноша, выходя во взрослую жизнь. Два из этих принципов в своем исполнении довольно ответственные и непростые. Оставшийся третий – та миссия, которую может выполнить каждый из нас, тем самым восполнив богатство и чистоту природы. Акция по посадке деревьев в Бресте продолжается. Для всех горожан, тех, кто родился в городе Бресте, всегда было очень почетно. Мы знали, что наш город зеленый. Всегда городу очень озеленению большое внимание уделялось. И мы сегодня тоже с большим вдохновением, радостью будем заниматься этим полезным и важным делом. Еще несколько лет и посаженные здесь клены и березы сделают вдоль дороги своего рода живую арку. Улица Костюшка находится на въезде в город, она только приобретает свое лицо. И новые деревья здесь будут как нельзя кстати. Главное – это посадить их с любовью. Тогда они вырастут не только большими, но и красивыми. Когда будешь видеть, проезжая по аллее, что и ты эту маленькую лепту внес, то, что здесь будет со временем цвести, я думаю, что это будет приятно не только себе, но и всем жителям, кто будет проезжать мимо, и не только жителям и гостям. Акция «Тысячи деревьев к тысячелетию Бреста» продолжается в городе. К ней уже присоединились многие организации и ведомства. Так, одно доброе дело сплотило сотни горожан, каждый из которых заинтересован в том, чтобы жизнь в Бресте была не только комфортной, но и чистой и уютной.